2020 все обнулилось, все, буквально все обнулилось, перезагрузка, полная перезагрузка, все по нулям, и конституция обнулилась, и мировая экономика обнулилась, и Евровидение обнулилось, и День короля в Голландии обнулился, все, в буквальном смысле все обнулилось по нулям, 2-0, Роттердам, ахой, Евровидение также отменилось, полная жопа. Смотрел на днях сводочку Евровидения, у нас там постсоветское пространство лидирует в просмотрах на Ютубе. На первом месте Россия, потом идет Литва, далее Азербайджан, Армения и на шестом месте Украина, на пятом Израиль. Так что ныне постсоветское пространство в Европе пользуется большим спросом. Конечно, они это все пережили, уже видели, но что, наверное, ностальгия, раз они решили вот так вот постсоветское пространство в пятерочку-то выдвинуть. Так что, ну, давайте, удачи. Группа раз, два, три.